Зеленый уголок – главное украшение двора. В Химках реализуют проект по компенсационному озеленению. На этот раз новые насаждения появились на Молодежной улице возле дома номер 6. Катя Самсонова каждую зиму делает кормушки для птиц, поэтому не могла не посадить дерево во дворе. Я люблю природу, заботиться, потому что, ну, город свой, хочется, чтобы не сухие ветки везде торчали, а деревья, в конце концов. Деревья посадили около детской игровой площадки. Наше управление проводит встречи с жителями нашего микрорайона, значит, а именно Новохимки, где жители высказывают свои просьбы, пожелания. Непосредственно также были вот, предложения высадить деревья по этому адресу. В озеленении приняли участие и жители городского округа, и сотрудники комбината по благоустройству. Новые деревья дадут пышную крону уже следующей весной. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.